Реклама – двигатель прогресса, да и сама она эволюционирует с каждым днем, появляется все больше форм воздействия на потребителя. В последнее время в Чебоксарах набирают обороты светодиодные бегущие строки. Однако, как выяснилось, в большинстве точек они установлены незаконно. Подробнее в следующем материале. Акция, акция, акция. Успей купить по сниженной цене. Просто набери номер телефона. Бегущие строчки с такими призывами можно увидеть практически на каждой чебоксарской улице. Кто-то на них не обращает внимания, для кого-то они могут стать серьезной проблемой. Бывают места, где эти табло размещены и размещены красным цветом, и активно, в общем-то, это слепит участников дорожного движения, как пешеходов, так и автомобилистов. Притом мы знаем, что красный цвет – это цвет у нас светофора, да, запрещающий знак. И дополнительное вот это вот отвлечение, это очень, ну, серьезно влияет на безопасность, значит, дорожного движения. Все эти опасности возникают по одной причине. У многих предпринимателей отсутствует разрешение на установку электронных табло. Таких нерадивых бизнесменов в Чебоксарах более 60. Все нарушения нами зафиксированы, готовятся сейчас предписания администрации города, и в установленные сроки эти предписания должны быть выполнены. В случае невыполнения предписания администрации города материалы будут направлены в МВД, и МВД будут составлены протоколы об административном правонарушении. К слову, нарушения могут влететь в копеечку. Штраф на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей. На юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона. Чтобы уберечь себя от ненужных проблем, достаточно обратиться в столичную администрацию. Там подскажут, как правильно выбрать место для размещения рекламы и выдадут разрешение. Оно действует в течение 5 лет. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.